Ребятки, всем привет, всем добро пожаловать ко мне на канал. Как ваши дела, как ваше настроение? Сегодня мы с вами выпьем горячую чашечку кофе и поедем в Икею. Хочу посмотреть, что там из новинок, заодно с вами поделюсь. Я очень люблю ездить в Икею, подсматривать разные идеи организации хранения в икеевских шоурумах. Бывают очень интересные решения там на маленькие площади, квартиры, все такое. И заодно посмотрим, что у них там в новинках, что они предоставили нам новинки. Сразу скажу, цены в Икее изменились. Есть те вещи, которые подорожали. Есть они вещи, которые убирают из сегмента Икея и распродают. На этот раз я в Икею попала, и там был ремонт целого второго этажа. Представляете, все вещи, которые были выставлены в этом втором этаже, они все распродавались. Отдел распродаж был забит, люди забирали только так вещи. Очень хорошие скидки были из-за того, что там ремонт. Надеюсь, вам понравится этот ролик. Надеюсь, вы любите так смотреть на дизайны, организации хранения, на новинки, гулять со мной по магазинам. Если вам понравится этот ролик, не забудьте подписаться. Будем гулять вместе и смотреть. И поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. Это вам не сложно, а мне приятно. И мотивация. Спасибо вам всем. Okay.
7,99 стоил, сейчас 9,99. Цены подняли на эти корзины. €9,99, €10. Такая сеточка красивая. €3. Полки 5,99. Вот такие полки. Очень удобные. Для кухни маленькой. Поставь лайк. Как ты поставишь? Вот так? Не снимай. Вот так. Вот лайк. Класс. Так, смотрим двери. Вот цены. Ну, двери. Красиво. €65. Мне нравятся вот эти двери. Вот эти. Классно. Мой размер стоит 80 €. А вот еще красивая дверь. €45. Ну, в общем, такие цены. Капакс. Собранный вариант с тремя дверьми стоит €392. €392. Такой вариант. Внутри почти пустой. Две эти штанги тут и вверху полочка. Так. Этот стоит 588. Тоже внутри будет пустым. Вот. Две штанги, вот эта стеклянная полка и на вот наверху полочка. А здесь, о, здесь полки и шкаф. Ну, тут получше содержимое. Но и дороже. 588 и 392. Две разницы.